Так, ну вот, это нормальный дисматч. Пирс, не всякие тупые самоделки вроде Bloody Sands или типа того. Так, попробуем. Надо схватить оружие. Ага, есть. Отлично. Надо до снайперки добраться. Блин, зараза. С гранатометом вонючим. Ну, у меня зато есть тяжелый пулемет, так, ага. На тебе, говнюк. Ну все, уроды, вешайтесь. Вот это ты зря сделал. Очень зря. Ну что ж, надо залезть на башенку и снимать этих уродов. Но сначала мы заберем много оружия. Вот урод гранатометчика. Получил, да? Блин. Мазафакер говнищий. Ну ничего, надо добраться до башни. Там снайперка и много патронов. Всякие придурки мне пытаются уже мешать. Но эти придурки уже умирают. Да блин, не туда. Какая красивая башка у тебя была. А все почему? Потому что сурвивалась, добрался до снайперки. Я тебя вижу, башку твою. Тоже мне говнюк с геймпадом. Всех потрачу. Ну или можешь меня потратить тоже. Что-то никого не видно. Ну что, ушли? Блин, стой, тварь. Надо перестать волноваться. Пойдем, пожалуйста, в сухопутку возиться.
Ахахаха, ахахаха. Я его потратил. До уровня грунта опустил. Отлично. Мы доминируем. Очень хорошо. Вы чексик потратили, а как же я? Никого нет. Так, придурка с грандовым убрали. Снайперка, иди сюда, любимая. Так там какой-то козел был. Ну че, его уже нету тут. А че их двое осталось-то? Этот козел гранатометчик мне уже надоел. А там мы открыли новую татушку. Отлично. Прямо в мой прицел посмотрел. Ох, только то, что их двое осталось. Один нобик с геймпадом вышел. Вот что тут бомбы липучки свои накидал. Тоже мне подрывник хренов. У меня так самое оптимальное решение, так это залезть на башенку и наблюдать оттуда. Контролировать, так сказать. Все. Один готов. Да, я пока лучше всех. Но это пока. А что, они там вдвоем сидят, что ли? Мне кажется ли вам, что это немножечко туповато вдвоем там сидеть на одном участке? А ничего, еще немного времени осталось. Какой там козел по мне палит? Тоже мне бомбист-террорист нашелся.
Отлично. Там последнюю секунду этого подрывника-террориста убрали. Отлично.